Арсенал 4-й поликлиники Волгограда пополнил магнитно-резонансный томограф со сверхпроводящим магнитом, который позволит специалистам получить качественную визуализацию. Томограф оснащен программой, которая автоматически настраивается под биометрические данные каждого пациента. Высокоточная диагностическая техника поступает и в районы области. Рентгенаппараты на 3 рабочих места уже приняли в центральных больницах Среднеохтубинского и Жирновского районов. Одним из главных приобретений для волгоградской медицины стал новый линейный ускоритель для проведения лучевой терапии, который установили в областном онкологическом диспансере. По словам специалистов, современный аппарат позволяет лечить опухоли практически всех локализаций, а также минимизирует возможные осложнения после терапии и максимально эффективно воздействует на новообразования. На новом ускорителе будут проходить терапию пациенты с новообразованиями головы и шеи, грудной клетки, брюшной полости и малого таза. Аппарат также оснащен системой безопасности, которая обеспечивает эффективность облучения и необходимую защиту пациента. Модернизация медицинских учреждений проводится в рамках губернаторской программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Волгоградской области», «Борьба с онкологическими заболеваниями». Дополнительные ресурсы для реализации планов обеспечивает включение предложений региона в нацпроект здравоохранения.